Благодаря воле и усилиям лидеров Узбекистана и Кыргызстана межгосударственные отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. С целью сближения двух народов, укрепления уздружбы, по инициативе глав государств сегодня проводятся и Дни культуры. Так, красочные мероприятия с участием деятелей искусств, народных исполнителей и творческих коллективов Кыргызстана подарили яркие впечатления узбекским зрителям. Укрепление дружественных связей с соседними странами – одно из приоритетных направлений внешней политики нового Узбекистана. Положительная тенденция в последние годы наблюдается и во взаимоотношениях с Кыргызской республикой, должное внимание в которых уделяется культурному обмену между нашими народами. Так, по инициативе лидеров двух стран проводятся Дни культуры. Мероприятия, организованные сначала в столице, а затем в Бухаре, с участием известных деятелей искусств, актеров театра и кино, народных исполнителей Кыргызстана, не оставили равнодушными узбек. Мы приехали в исторический город Бухару. Это отличная возможность укрепить культурные связи между Кыргызстаном и Узбекистаном. За последние 4-5 лет наши отношения стали намного крепче. Мы недавно вместе сняли фильм по произведению Чингиза Айтматова. А фильм «Один день в Самарканде» — это тоже результат нашего совместного творчества. Сейчас мы работаем над новым большим проектом вместе с Министерством культуры Республики Узбекистан. Он должен выйти в 2025 году. Мы хотим, чтобы кыргызская узбекская дружба стала еще крепче, а наши культуры продолжали гармонично развиваться. Выступление творческих коллективов знакомит зрителей с уникальными гранями кыргызской культуры и общими особенностями наших народов. Недавно я участвовал в фестивале Макомо в Замине, а до этого несколько раз был участником фестиваля Шарк Таран Алара. Я принимал участие в конкурсах Бахши в Самарканде и Гулистане. Сегодня могу смело сказать, что в сфере искусства Узбекистан открыл свои двери всему миру, и это служит укреплению дружественных отношений между народами. Ярким завершением Дней культуры в Бухаре стал гала-концерт с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» имени Чалкызы Сыбаева, кыргызского государственного ансамбля танца «Акмарал» имени Нурден Тугелова и известных солистов. В следующем году мы планируем провести мероприятие, посвященное искусству и культуре Бухары в Кыргызстане. Мы хотим познакомить кыргызский народ с нашими произведениями искусства и ремеслами, организовав выставку. В песнях и музыке в исполнении талантливых артистов воплотилось богатство, разнообразие и вместе с тем близость и самобытность культур наших народов.